Возвращаемся к процедуре. Людмила Евгеньевна, вам предоставляется слово для ответа на рецензию. Благодарю за рецензию, за замечания, которые были прописаны мне. По поводу первого замечания, возможно, это обусловлено тем, что целью данного исследования ставилось в первую очередь именно рассмотрение способов перевода, именно лингвистическая сторона данного текста. Поэтому, возможно, я упустила сторону историческую. По поводу второго замечания, выбранные лексические приемы, которые использовал автор и которые использовал переводчик при создании перевода, характеризуют автора как человека эмоционального и владеющего прекрасным чувством юмора, потому что там в книге были и анекдоты различные, интересные вставки, и в целом эмпирический материал был очень полезный и интересный. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы удовлетворены ответами? Да, рецензенты? Да, вполне. Замечательно. Тогда мы передаем вам право высказаться, назовем заключительным словом все, что хотите сказать. Хочу в первую очередь поблагодарить Валерия Владимировича Вогроса за предоставленный уникальный эмпирический материал, за рецензию, как я уже сказала ранее. Также хотела бы поблагодарить Лену Михайловну Пантелееву за проявленное внимание, огромное количество времени, которое было потрачено на выяснение всех различных мелочей и за чуткое отношение. Также хотела бы поблагодарить, прошу прощения, Елену Константиновну Градовцеву, так как Елена Константиновна тоже помогала в данном исследовании, особенно с точки зрения фразеологии и лексики с отклонениями от общеязыковой нормы. Также хотела бы поблагодарить Марину Иосифовну Сивоха за консультации касательно оформления и в целом процедуры защиты ВКР. И в целом хотел бы поблагодарить кафедру R7 и, конечно же, всех уважаемых членов Государственной инновационной комиссии за то, что вы проявили внимание к моей работе. Благодарю. Спасибо, Людмила Евгеньевна. Ваша защита окончена.